Всем привет! В эфире канал «Стройгарант Анапа». И мы продолжаем обзоры домов, которые находятся в свободной продаже. И сегодня хотим познакомить вас с интересным проектом. Дом небольшой, 50 квадратных метров. Дом, который в этом году пользуется отдельной популярностью. Итак, обо всем по порядку. Дома, которые находятся в чистовой отделке, сразу предполагают отсыпку. Это тротуарчик непосредственно до дома и, конечно же, парковочное место для вашего автомобиля. Но и в данном проекте можем увидеть, что достаточно широкая отмостка, то есть, смело можно сказать, это такая широкая тропинка вокруг вашего дома. И крыльцо 4 квадратных метра. Ну и непосредственно пройдем в дом, познакомимся с квадратными метрами, которые там представлены. И сразу обратим внимание, что коридор здесь занимает 4,8 квадратных метра. Сразу же теплый пол по всему периметру. Электричество у нас, как обычно, 15 киловатт. Счетчик находится при входе с правой стороны. И санузел. Надо с ним познакомиться, важное место в каждом доме. Итак, санузел достаточно большой, просторный и широкий, 4,3 квадратных метра. Здесь вот только что установили кабинку душевую, то есть видим, что она только стягивается, да, непосредственно на герметик. Есть место под стиральную машинку, под умывальник, под унитаз. Ну и помимо всего, когда здесь все будет установлено, все равно остается место для свободного просторного маневра. Ну, то есть места много, и это хорошо. Идем дальше. Кстати, санузел имеет теплый пол, что достаточно практично, как и основной периметр дома. То есть вот кухня-гостиная, почти что 17 квадратных метров. Здесь тоже теплый пол, и обрати внимание, что нет радиаторов. Благодаря этому получается у нас дополнительный объем, ничего не мешает. Касаемо расположения, кухня будет вот на этом уголочке. Коммуникации уже выведены, то есть мы видим то, что есть управление теплым полом, розетки, холодная, горячая вода, котел пока что электрический, но мы уже знаем, что в поселок заводится газ, и первый этап уже выполнен. То есть есть специальный вывод уже под газовое отопление. И еще хотелось бы обратить внимание, что в данном проекте вот розетки, выход под телевизор находится внизу. Ну вот такой проект, потому что во многих домах, которые там 90, 86, а более 100 квадратов, они находятся вот на этом вот уровне, где-то 150. Дом имеет две спальные комнаты, с одной из которых мы прямо сейчас познакомимся. Первая спальная комната чуть больше 12 квадратных метров, ну, если быть точным, 12,1. Видим, что она достаточно светлая. В данный момент поступает большое количество естественного света, непосредственно солнышко. Время сейчас второй час дня. Здесь тепло, здесь хорошо и здесь светло. Это радует. Уже установлен радиатор для отопления. И еще одна особенность именно проекта 50 квадратных метров. На полу мы видим линолеум. Линолеум тоже высокого класса. Изначально, знаете, я когда сюда зашел, подумал, что это ламинат. Но нет, это линолеум. В перспективе пол можно застелить или ламинатом, или плиткой по усмотрению именно вот владельцев этого дома. То есть ступеньки как таковой здесь не будет. То есть вот опять же проектировщики молодцы, предусмотрели этот момент. В доме по всему периметру, в лучших традициях нашей компании, мы видим натяжной потолок. И вот в данный момент видим лампочку, там есть закладная для будущей люстры, которую будет выбирать непосредственно хозяева дома. То есть тут уже полная свобода творчества. Тоже отметим, что при входе в дом мы видим выход непосредственно на чердак, который можно использовать как склад, то есть постелить USB и туда зимние вещи, может быть, запасной комплект резины, конечно же, можно отправить. Но вы сейчас на экране видите планировку дома, можно обратить внимание, можно отметить, что компактно, удобно и практично. И, кстати, вторая спальная комната тоже чуть больше 12 квадратных метров, если быть точно, 12,2. Но также имеется выход на улицу, то есть сквозной проход, приглашая посмотреть, что же здесь находится. С кухни-гостиной мы попадаем сразу на улицу, на ваш земельный участок. Кстати, он составляет 5 соток земли. И в данном проекте нет террасы.
Ну, хорошо это или плохо, судить вам, но в этом проекте нет. Но за счет этого больше земли. Больше можно сделать построек, посадить деревья, цветочков или небольшой огород. Но, в общем, здесь, как я люблю говорить, всегда свобода творчества, свобода вкуса и свобода выбора. Вот такой вот дом, дорогие друзья, 50 квадратных метров. Дом находится в свободной продаже. В данный момент, напомню, что мы находимся в жилом комплексе «Встречный». Это поселок Стрелка, недалеко от Азовского, Черного моря, между Темряком и Анапой. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, конечно же, пишите комментарии. И, кстати, цену за дом вы можете узнать под видео сразу в описании. Ну а пока до новых встреч, скоро увидимся. Пока! Новый дом в новом году. Это реально. Компания «Стройгарант Анапа» приглашает на Черное и Азовское море. Жилой комплекс «Жемчужина». Встречный. Азовский. Морской. Свой дом у моря – это реально. Строй Гарант Анапа.